Флайкор. Флайкор, продолжаем играть. Бля, ну как обычно донат нам предлагают. Так, какую страну следующую откроем? Болгарию? Думаю, что Болгарию. Или Албанию? Албанию. Решено. Албанию. Но купим 1000, затем открываем Албанию. О, Новый год! Так, мы сейчас больше 1000 накопим. Все, так. Открываем первые маршруты. Все. По-моему, это единственный аэропорт в Албании. Тирана. Ну, нормальный аэропорт международный. В столице, который находится. Ебать, фестиваль фейерверков. Деньги текут рекой, в буквальном смысле. Ну что, Афина, Тирана, открываем прямой маршрут, как и Дистопия, также открываем. Из столицы в столицу. Хорошо. Юристы замяли дело. Следующая часть — Черногория.
Это все нам предстоит открыть. Даже Таджикистан, даже Сирию, даже Кипр. Нет, у нас пока что еще мало развитые самолеты, как по мне. Болгария. Ну, думаю, вот Болгарию в следующий раз откроем. Самолет третьего уровня сразу же запускаем, чтобы он быстро летал. Ебать, чего-то они недовольны-то, а вот чем они недовольны? Блять, тут один вообще зигу кидает. Чё за нацисты, блять? Предлагаю продать. Нет, не будем пробовать. Ну что, Болгария? Вроде варно, отлично.
Город Русь. Что за город такой Русь? Странное название, по мне. Старая Загор, ничего себе. Вот это, конечно, город. Старая Загора, что? Какая Загора? Вот. Ну ладно, старая. Видимо, есть где-то новая в Болгарии. Либо не в Болгарии. В Сербии, может быть, в Румынии, в Черногории. В Албании даже, и в Северной Македонии. Салоники пол. Вот. Ну, поучаствуем, почему бы нет. Просто продемонстрируем. Просто показали. Как рекламная кампания, знаете, это была типа рекламная кампания, вот. О, хорошо. Маршрут Афина София. Новый год! Ура! Мэра, кстати, в городе София почему-то нет.
Так, какую страну открываем следующий? Косово. Рано или поздно мы можем Косово также открыть. Маршрут стоил всего-то 27, получается, как бы, валюты этой. Это, ну, я бы сказал, очень дешево. Так, а прямой маршрут от Руси до Ираклиона будет стоить аж 325. А, он заблокирован теперь, вот в Ираклион. Если чтобы в Антарктиду прилететь, придется, бля, нахуй 5000 заплатить. О, это что? В игре предоставлены географические карты только для... На, представленные в игре географические карты предназначены только для развлекательных целей и не могут быть использоваться в качестве достоверного источника информации о местоположении территории стран и городов. Представленные на карте территории вдохновлены их примерами, расположением на июнь 2013 года. О, только запускали маршруты. Как же повезло. Ну-ка, а сейчас это Рус до Ираклиона сколько будет стоить? 500 за уж нихуя себе. Страны реально велики. Чтоб до Антарктиды долететь, нихуя себе, блять. 7 косых уже будет. 8000 уже будет предоставить. Стамбург аэропорт. И вот здесь вот где-нибудь будет. Фолклендские острова. Да. Что, следующий у нас будет Кипр, да? Ладно, отдаем. Трафик повышен. Ура!
закину в Никосию прямой рейс. Из Софии в Никосию прямой рейс. Город София полон. Дорого будет продать самолет. А, ну это с учетом маршрута, потому что. И еще Новый год. Сейчас, кажется, все в Кипр полетят. Ну, хотя Новый год же. Мы очень сильно легко справились с Кипром, так скажу. Нихера себе. Вот это круто, конечно. Ладно, продаем, покупаем, улучшаем. Сербия. Можешь разблокировать Сербию. Давай, быстрее. Набирай денег. Сколько столиц находится в одном месте фактически? 1, 2, 3, 4, 5. А еще 6. Здесь крупные чемпионы есть. Фестиваль еды еще. Субботница.
Ничего себе, вот это город. Так, из Афины в Белград. Да. Ну, не особо дорого, я бы сказал бы. Популярный блогер-урбанин делал видеообзор на аэропорт Старого Забора. Ему очень понравилась архитектура города. И теперь люди специально съезжаются, чтобы посмотреть аэропорт. Пассажиропоток Старой Гарусы увеличен в 1.5 раза. Я не понял, это что, Варламов, что ли? Варламов же только по России колесит. Нет? Ладно. Мне нравится, как нарисован самолет. Очень даже лучше на аэропорт. Это все аэропорта в Сербии, что ли? Субботица и Белград. Нормально. Город Белград по... Сейчас мы улучшим его. Нихуя себе, конечно, у нас денег. Так, Израиль. Что? Че? Ебать, вы что, совсем ебанулись, а? Блядь. О, в городе Тель-Авив открылся аэропорт. Блядь, че так часто происходит Новый год, а? Чего? Хотел ее покупать. Что так темно стало? О, теперь быстро летает. Ну, вот так вот.